Всем привет! Всем привет! Мы на канале Милка В. И сегодня мы будем проводить опыт с одуванчиками. Для опыта, Милаш, нам понадобится что? Одуванчики и ключевая вода. И обычная вода из-под крана. Это очень простой эксперимент. Итак, Милаш, мы сейчас будем что делать? Топить одуванчик и посмотрим, что из этого выйдет. Бери любой цветочек и давай окунать. Что с ним происходит? Ты посмотри. Намокает вроде, а мы его вытаскиваем, и что? Он сухой. А теперь доставай. Опа! Он сухой. А сейчас нам тетушка Сова расскажет о способности одуванчиков, погруженных в воду, задерживать воздух. При погружении в воду мягкие семенные головки одуванчика становятся тоньше и приобретают форму ромба. Маленькие зонтики наверху каждой семенной головки состоят из пучка тонких гидрофильных волосков. Как только волоски соприкасаются с водой, они мгновенно закрываются, оставляя каплю воды снаружи. Затем каждая семенная головка соединяется с соседней, образуя воздухоудерживающую поверхность. Механизм является полностью или частично обратимым, в зависимости от времени, на которое погружается растение. Ну что, Милаш, вот такой у нас простой эксперимент. Было интересно? На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока-пока.